Глава 5 книги Есфирь. На третий день Есфирь оделась по-царски, и стала она на внутреннем дворе царского дома перед домом царя. Царь же сидел тогда на царском престоле своем в царском доме прямо против входа в дом. Когда царь увидел царицу Есфирь, стоящую на дворе, она нашла милость в глазах его, и простер царь к Есфири золотой скипетр, который был в руке его, и подошла Есфирь и коснулась конца скипетра. И сказал ей царь: «Что тебе, царица Есфирь, и какая просьба твоя? Даже до полуцарства будет дано тебе». И сказала Есфирь: «Если царю благоугодно, пусть придет царь с Аманом сегодня на пир, который я приготовила ему». И сказал царь: «Сходите скорее за Аманом, чтобы сделать по слову Есфирь». И пришел царь с Аманом на пир, который приготовила Есфирь. И сказал царь Есфири при питье вина: «Какое желание твое, оно будет удовлетворено, и какая просьба твоя, хотя бы до полуцарства она будет исполнена». И отвечала Есфирь и сказала: «Вот мое желание и моя просьба. Если я нашла благоволение в очах царя, если царю благоугодно удовлетворить желание мое и исполнить просьбу мою, то пусть царь с Аманом придет на пир, который я приготовлю для них, и завтра я исполню слово царя». И вышел Аман в тот день веселый и благодушный. Но когда увидел Аман Мардохея у ворот царских, и тот не встал и с места не тронулся перед ним, тогда Аман исполнился гневом на Мардохея. Однако же скрепился Аман, а когда пришел в дом свой, то послал позвать друзей своих и Зереш, жену свою, и рассказал им Аман о великом богатстве своем, и о множестве сыновей своих, и обо всем том, как возвеличил его царь, и как вознес его над князьями и слугами царскими. И сказал Аман: «Да и царица Есфирь никого не позвала с царем на пир, который она приготовила, кроме меня. Так и на завтра я зван к ней с царем. Но всего этого недовольно для меня, пока я вижу Мардохея иудеянина, сидящим у ворот царских». И сказала ему Зереш, жена его, и все друзья его: «Пусть приготовит дерево вышиною в 50 локтей, и утром скажи царю, чтобы повесили Мардохея на нем, и тогда весело иди на пир с царем». И понравилось это слово Аману, и он приготовил дерево.